Совет Федерации одобрил закон о тестировании на наркотики. Проверки подвергнут школьников, учащихся и студентов. Тестирование пройдет в два этапа. Первый – социально-психологический. Учащихся попросят ответить на вопросы специальной анкеты. Второй этап состоит из медицинского осмотра и сдачи анализов для выявления в организме следов наркотиков. В законе имеется уточнение – тестирование проводится на добровольных началах, а результаты строго конфиденциальны.